Друзья, всем привет. Вон они. Сетка плохо. Через сетку плохо. Оп. Все видите, повскакивали. Оп. Сейчас я им кину. Так, дробленка у них есть. Сейчас я зайду аккуратно. Вот. Тихо. Тихо, воробьи. Клац, есть. Угу. Так. Они хорошо и вот это вот поклевали. Кашник. Так, сейчас я клац. О, а так они поклюют. Фазан, иди, иди. Так, друзья, хочу показать. У них я и делал с кукурузы. Просто много кто написал в прошлом видео, сделай им с кукурузы. Я же им и сделал изначально с кукурузы такой домик, но он, видите, растрепался уже. Ну и как бы это уже клюет. Изначально была цель. Сейчас им на вот на. Это последние кауны. Чё ты сюда прибежала? Изначально была цель, чтобы они привыкли к домику. А потом я и планировал сделать на зиму им как бы хороший, ну как бы за уголок такой. Тут крыша есть у них, оно целое, ну как бы нигде бежать не должно, хотя я еще не знаю. Но по идее шифер весь целый, все, отверстий нету, все четко должно быть. То есть здесь сбоку шифер, даже если боковой ветер, ну отсюда точно не будет. А отсюда, я думаю, ну если там и намокнет один раз, то это ничего страшного. Да, вот такие точно. Штук 5 их там, чих, и так полетели. Вот такие вот. Вот 3, 4 у нас как бы отличные, а один немножечко мелковатый. Ну и я им сделал с как бы с кукурузы. Они, видите, его растрепали. Уберу здесь и сделать хочу капитальный. А зимой уже тогда нарубаю камыша и сделаю им такой хороший, красивый домик. С камыша, чтобы был. Вот такие птички. И еще, друзья, часто такой вопрос задаваемый по поводу фазанов. Спрашивают, зачем они тебе, что ты будешь с ними делать. Друзья, как сказать? Ну, правильно. Если бы мы просто завели фазанов, не держа такое хозяйство, да, тогда этот вопрос был бы такой бы более логический. А сейчас, ну, мы держим животных, птицу. И я захотел такую, я давно хотел таких, ну, такую птичку. И у меня, Володя, это я. Меня не узнал за дерево. И у меня получилось как бы найти яйца. Все так совпало хорошо. Я забрал их, и вот у нас немного, не столько, конечно, сколько я хотел, но есть. 5 штучек есть. Я думаю, что-то мы придумаем, разведемся. И их можно и кушать, и продавать можно их. То есть много разных вариантов по фазанам. Кто-то держит, у кого-то есть возможность, вот я знаю, у нас 2 человека держат павлинов. Но они орут вот так. Я когда сено косил, там слышно, как они орут. Как кошка, но только громко так. Ну, короче, видите, люди держат там разные птички. А у нас будут пока фазаны бегать. Я думаю, ну и будет, попробуем как бы дичь. Как ни крутить, хоть они и растут в домашних условиях, но это дичь. Вот, видите, кушает. Кушает. Я им и бузину кидаю, им нравится. Ну, в дикой природе, друзья, что они там кушают. И, в принципе, по поводу там холода, я за них вообще не переживаю. Потому что, как сказать, ну, вот я вот этих увидел в дикой природе. Ну, зима настанет. Где они будут прятаться? Ну, под кустик под какой-то там залезет, может, под деревом ляжет. А здесь я им домик сделаю, крыша над головой. Гляньте, как лоб поднимает.
И вот я ж сижу, ничего им не делаю, не трогаю. Нет, они все равно как бы думают, что я сейчас их свачу. Самое хорошо сюда заходить ночью. Они тогда вот так ложатся и головы опускают, вот так прилегают. Думают, что я их не вижу. Я на них внимания не обращаю и их не трогаю. А так, все, это последние кауны, друзья, больше нету. Ну, может, еще купим там 1-2 скушать. Ну, я думаю, навряд ли. В принципе, хоть они и мелкие у нас были, но их было достаточно, мы накушались. Так что, ну, посмотрим, может, туда дальше, когда еще захочется, один купим, шкурки им будем кидать. Там что, может, не докушаем, тоже им будем кидать. Все. Я надеюсь, что рассказал я, как что. Так она изначально, этот домик такой был хороший. Ну, может, немножечко больше я сделаю. Либо из досток, либо, а может, из досток. Просто зимой я их обощу, как бы с проволокой так позашиваю. Типа будет с камыша. Сейчас камыш, я же говорю. Я так хотел, я хотел вчера нарвать, но так у меня и не получилось. Ну, кстати, и тут, а вот гляньте. Адлеровская тоже такая. Их тут несколько штук бегает. И вот молоденькая галашейная. Это те одни из первых. Скоро будут уже нестись. Я думаю. Ну, яйца сейчас как бы у нас хорошо идут. Практически то, что там мелкое сильно, лопнутое. Такое мы сами кушаем. Ну, бывает большое, там немножечко не такое, знаете, форма у него чуть другая, там, мы кушаем, то есть, и сами кушаем, и хорошо продаем, то есть, люди постоянно у нас по поводу яиц ждут. Так, а ну-ка, сейчас, может, они, не-а, закрытые, не, ну, сейчас пока не буду, а, они даже и сюда заходят уже, куры, вон она. Нет, закрыты, закрыты. Пускай отдыхают. Руками, друзья, мы руками не лазим. После недели, если, не дай бог, там пропадет, то по-любому я услышу запах. Сейчас тепло, зимой, да, зимой сложнее. Как бы он там будет холодный, хуже, да. А сейчас, в принципе, если, не дай бог, там бы кто-то пропал, запах бы пошел, я бы услышал, тогда бы я бы залез. Тогда понятно. А так, ну, я думаю, незачем лазить. Мы пока у нас, вот сколько у нас кролят. Ну, иди, дай поговорить. Не дает поговорить. Хозяйка, ты лянь какая, иди отсюда. Вот сколько у нас ночка окролилась. Кстати, я же думал, она прошлый раз от другого самца как бы нам приводила. Правильно, ее же у нас же серика не было, а персика мы ее не могли покрывать, потому что это персика дочка. Я носил до знакомого человека, покрывали белым кролем. Я вспомнил. Так. Ну а так. Сейчас я, друзья, уже практически готово все. Ну сейчас где-то, может, 12, я не знаю. Этот. Сегодня ездили мы на рынок. В аптеку заехали. Он разорвалась. Так. Гляньте, утки. Утки ходят. Вот эти хотел сказать, брестгальские. Голубые фавориты. Ходят везде. Взяли, друзья, но не у нас, а в соседний поселок. Там еще и рыбу чистят. Взяли вот такие толстолобы, потому что я давно рыбу хочу, у нас нету, ну, не возят последнее время. Или я вот последний, сколько, месяц, может, назад я был на рынке, ну, у нас. Так-то мне незачем ехать туда, я сейчас не продаю ничего, не покупать, мне ничего не надо, то есть я не езжу. Но был именно специально за рыбой ехать. И стоял там же, я же знаю много людей, стою ля-ля-ля, там разговариваем. А потом смотрю, рыба была, думаю, это рыбы хватит, а он с прицепом на Ниве ездит.
Смотрю, он сел и уехал. Думаю, вот это купил рыбы. А в этот раз купили, но большие. Коптить не получится, будем... Ну как, я по-любому закопчу. Это я вот так отрежу середину до хвоста. На, ну, на жарить рыбу. Я очень люблю рыбу жареную. И этот. А остальное вот тут возле головы и хвост. Я думаю, ну килограммчика полтора может закоптим. Они получились по 3,5 килограмма. И еще купили, потому что дома рыбы нету вообще. Караси. Катя их почистила. А я толстолобых дочищу и как бы этот... Все вместе принесу домой. Ну, что домой? А хвосты, ну, там, понятно, не полностью, оставлю немножечко. И возле головы хочу закоптить. Ну, я так уже коптил. Вон, головы пока кинули от карасей котикам. Они тут и украли одну рыбу. Ну, короче, поймали мы их. И, друзья, купили мы им, как я и говорил, вот, 3 килограмма, по-моему, корма вот такого. По 55 гривен килограмм, друзья. А вот та пачка одна. Тут 400 грамм, наверное. А ну-ка. Сейчас я гляну. Съела вычиною. А сколько тут грамм? А, это калории. Так, а сколько же грамм? Я не пойму. Где тут пишется грамм? Спереди. А, вот, 400 грамм. Вот, где лапа. 400 грамм. Стоит 45 гривен. То есть, получается... Килограмм почти 100 гривен у таких стоит. А этот 55. Ну и они хорошо покушали. Вон мы им насыпали. Сейчас понятно, рыба, никто не будет. Этот. И взяли, друзья, муки рыбной. Рыбной и мясокоски. По чуть-чуть добавляем. И птичкам всем. И взяли, друзья, потому что осень. У нас то есть альбендазол. Будем глистовать. Собак, котов мы... раньше мы покупали таблетки, а потом даем вот это вот. Володьке дурим его, кидаем, размешиваем вкусняшками какими-то, и он все съедает. А котам со шприца, их же держишь вот так за шиворот, они ничего не делают. И Катя мне, друзья, приготовила. Хочу сказать, вот свинки... Пятнистая, белая, пятнистая и черная. Это свинки-пятнашки, ну, которые у нас остались. У них получается, друзья, вот видите, у белой самое меньше сосков. 13, а здесь по 14. Вы слышите, что делают? Не дают поговорить. По-любому мы будем оставлять, понятно, соски... Друзья, соски мы всегда смотрим у поросят. Вот получается у этой и вот этой свинки. Вот она, вот эта. У нее у белой 13, в этой 14 и в этой 14, друзья. То есть это, в принципе, по 14 нормально сосков. Так, сейчас я им там нарубил. Сейчас надо дать. Заодно я все, пока Катя чистила рыбу, я сегодня... как бы утречком, ну не утречком, когда мы там приехали, когда рыба Катя рыбу чистила, я поубирал везде, вон Катька корсарит, ну, потому что, друзья, сейчас, ну сейчас уже еще здесь пододелаю, что я там хотел, и буду ехать на поле по кукурузу, друзья, буду собирать потихонечку, пока... Пока артистов моих нема, ну, этих любителей костровых песен, они палят сейчас, палят костры и поют песни. У них все хорошо сейчас, поэтому работать не будут они. Так. Кстати, вот видите, сейчас вот такой тюк попался. Много они выбрасывают козы. Я все собираю и кидаю свиньям. И там кинул, и здесь кинул. Козы все равно это уже кушать не будет. Не будут. А поросятам и подстилкой они переберут, если захотят. И зимой точно так мы всегда кидаем. Так что, такие вот дела. Сейчас я им дам. Так. Так, я уже нарубил здесь. Опа. Володя, что ты? Что ты хочешь, Володька?
Опа. А это рассыпалось, порвались пакеты. И вот этот порвался, черный, в котором все несли. И в котором насыпали этот. Эти бегают. Чик-чик-чик. Иду, иду, на. О, а ну, я хотел вот эту вот штуку еще попробовать. Это моя, как бы для этого. Так, ножичек. Раз. Это я кочаны делаю. Ну, насыпаю. Сейчас попробую еще понасыпать вот эту вот штуку. Ой. Так. Иду, иду, на. Сейчас дам пятнашки, вон она уже встает. Они уже знают это ведро. Хотя и этим можно. О, отлично. А то я постоянно руками насыпаю. На. Все, эти тоже вьетнамцы любят кабачки. Эй, все любят, но малые не сильно едят. О, отличная штука. А что я руками насыпал? Гляньте, как хорошо. Буду насыпать теперь этим. О, гляньте, как хорошо. На, витаминки. Так. Да иду, иду, вы же так... Если бы вы так еще хотя бы ели, а то вы только кричите. На! На. Поэтому, друзья, как бы кто переживал там, сколько сосков, мы всегда в первую очередь проверяем соски. На! На! Все, уже знают, что там ихнее место, где кушать. На! А ну! А ну! Так. Оп, сейчас я зайду. Кстати, друзья, еще. Знаете, как говорят, та свинья там грязное животное или еще что-то. Как. Смотрите, какие они чистоплотные оказываются. Вот если у них есть место, у них здесь, они сюда не гадят. Они здесь спят. Гадят только вот здесь. Вот так вот, в той стороне получается. Просто понятно. Пятнашка гадит там здесь, потому что у нее как бы небольшой загончик. А есть же люди там чистят раз в 3 дня. Понятно, свинья грязная вся будет, потому что у нее выбора нету. А вот если им дать выбор, видите, как получается. Ходят сюда, вот уже даже почистили, подсыпали опилочек, чтобы чистенько было. И все равно они ходят сюда. Артисты такие маленькие. Опа! Кстати, ну это может когда постарше станут, так я и забыл завязать и так и не завязываю. То есть оно так в принципе жестко держится, а они его не трогают. Эти артисты, да? Да, артисты? Вот, такие чистенькие все. Выбирают что-то там. Кац-кац. А, вот это кабан. А кабан различается, знаете как? Даже если бы они были бы все белые, их тоже... ну, хозяева различают. А если там 2-3 вообще, их легко различить. По кабану видно, вот с этой свиньей. Она, во-первых, чуть-чуть больше. И у нее уши стоят, вот как у всех. А у него такие больше, как, знаете, как у ландрасов. Вот так вот. Не заломленный, как у дюрка, а как у ландраса, такие опущенные. Да? Свинья. Вот так вот, артисты. Все, у вас двухкомнатная квартира, вы тут жируете. Так. Ну, вообще я планировал, что они будут зимой здесь спать. А там посмотрим. Может им даже, в принципе, друзья, там еще, кстати, переживают постоянно. Вот, бетонный пол. Друзья, это же не человек. Знаете, как... В дикой природе, например. Вот дикие свиньи. Они как спят? Да, у них там шерсть немножечко больше, но... понятно, здесь у нас не сильно холодно. А если там где-то, где минус 40, там же что же дикие свиньи живут? Они вот так вот делают себе гнездо, типа... Ну, я смотрел передачу. И ложатся друг возле друга, как пингвины. Знаете, вот пингвины на севере тоже. Они сначала греют, вот так, становятся... Крайние потом меняются, чтобы по очереди. Так и свиньи. Они ложатся
выбирают, потом встают, там дерутся, кто с краю, кто в середине. Так и эти лягут рядышком, и им будет тепло. Они не замерзнут. Даже если здесь не топить, ничего с ними не будет. Друзья, это же не человек. Понятно, человеку надо одеваться, там шубу, шапку, шарф. А свиньи нет. Это просто как бы... А я сделал из-за чего так? Потому что у меня здесь отапливаемый сарай. Плюс все я сделал здесь. Сюда, если, допустим, поставить хотя бы 10 больших вот таких свиней, тут топить даже не надо, друзья. Тут не нужно топить. Потому что здесь будет тепло. Единственное, здесь будет еще плюс то, что тепло. Здесь сырость будет большая. Тут обязательно надо вытяжки. А так, то, что они там на бетоне, ничего вообще нету тут страшного. Так что не переживайте, все нормально. Понятно, раньше там, знаете, как делали, что полы из-за чего деревянные делают? Потому что это, во-первых, в разы дешевле. Ну, не в один раз, а в несколько раз дешевле. Но еще немаловажный факт, оно недолговечно. У меня же тоже изначально были как бы деревянные и есть деревянные. Но со временем я планирую все сделать металлическое. Вот такие вот хорошие станочки. И будет все отлично, великолепно. Вот здесь какая-то свинка останется. Если все будет благополучно. Да, малявки. Им тоже первый раз, вот им полтора месяца, через две недельки тоже дадим от паразитов. И все. Кстати, за паразитов. Вот здесь намного меньше вероятно, что здесь останутся. А если, допустим, в дереве, там между щели могут яйца попасть. И, допустим, свинку другую вы поставите туда, она яйцо себе вдышит, и у нее будут паразиты. Здесь уже как бы проще, потому что здесь им негде зацепиться. Я, допустим, если свиней убрал, водой здесь все помыл хорошенечко, вымыл, вымел и все. И никаких тут, как бы, этот, дезинфектором посыпал. Здесь нету ни щелей никаких, нигде ничего. Поэтому еще вот бетонных полов, это тоже еще один плюс. Ну, то есть, плюсов намного больше, друзья, чем деревянные. А у нас еще и плюс, я же говорю, тепло в сарае топится. Поэтому я вообще за это даже никогда не думал. Да? Сейчас я вам дам. На. Не лопнешь ты, на. На, моя мини-коровка, на, иду, даю. На. Все. О. Любят они. Она сегодня, гляньте, выдудлила почти полное ведро воды. Мы еще поставили, пускай пьет. Гляньте, что наделала. Ой, под себя. Артисты. Вот, видите, в щелях постоянно надо что-то подделывать. Оно ломается, как бы. Поэтому я изначально давно и хотел так сделать. Первые, вот этот я даже хочу сейчас показать. Гляньте, друзья. Вот это самый первый наш загончик. Это ему уже, наверное, тут около 10 лет, как даже больше, наверное. Изначально он был сделанный. Знаете, из чего? У меня досок не было. Я вот таких вот нарубал. Брусков, вон они даже лежат, уже погнили все. И я делал в несколько рядов, в два ряда, с поддона. У меня было, ну, были у меня поддоны. Я поддоны разбирал. И делал вот такой вот загончик. Чисто с поддона. Потому что как бы только пробовали, начинали. Поросят купили. А так, знаете, чтобы сильно там влаживаться, мы не собирались. Поэтому я сделал из того, что было. Понятно, и здесь в дальнейшем все сделается, друзья. Но, к сожалению, так
не работает ничего. Если бы так работало, то уже бы кто-то было бы и все что угодно, и пластик бы доделался. Вы видите, у меня сколько хватило. Здесь хочу до самых холодов, вытяжки я позакрываю, но вот эту вот сделаю вниз, как я вот там вот, здесь получится 3 вытяжки, на этот сарай достаточно будет. Этот. Хочу закрыть хотя бы клеенкой. Планочки у меня вот такие есть, брусочки. Закрою все и затяну клеенкой. И будет здесь вообще хорошо. А ну гляньте, сколько получается. Представьте, сколько лишнего, ну лишней этой. Площадь лишнюю обогревать. А, этому дал, а этим не дал. На. Сейчас. О, хорошая лопатка. О. На. 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 Раз. Все, все жуют. На. На, Фио, Фио. Все. Все, кушает. Очень нравится им. Ну, пока есть, даю, друзья, всегда. Так что, такие дела. Все едят. Ну, там уже потом дам. А остальное все курям высыпаю. И куры тоже с удовольствием клюют. Все, ну а корыто может... Может, сегодня чуть-чуть, когда приеду, чуть-чуть поделаю. Завтра, на, я думаю, на днях прицеплю. И еще, друзья, часто пишут, мало места. Друзья, не переживайте. Это наши не первые поросята. Поэтому я такой спокойный, хоть много кто пишет, мало места. Нормально им место, я же вижу. Если бы им было мало места, я бы в ускоренном темпе все бы сделал. Поэтому не переживайте, все у них достаточно. Вот, гляньте, сюда, здесь спокойно 5 поросят становится. Сюда даже еще один может спокойно встать и кушать вот так вот с той стороны. Поэтому не переживайте, еще... Это корыто еще минимум месяц можно даже не переживать. Так что, поэтому я и не переживаю, друзья. И всем говорю, все нормально, хватает им места. Они же не голодные, ходят в туалет, все ходят. Вот видите, стали едят, все впятером. Спокойно, никто не толкнул, выгнал. Видите, пошел сюда, пролез, оп-оп-оп. Видите? Все. Мы сыпем. И это, знаете, если бы мы, да, насыпали там, что они, если бы там 4 поели и один голодный. Нет, такого нету. Мы насыпаем больше. И практически каждый день вычищаем, отдаем курям. Ну, все, что не съедят. Везде у всех почистили и курям. Ну, пятнашка вылизует. У тех артистов малых вычищать приходится. У этих чуть-чуть вычищать, но не всегда. Но их еще просто из-за чего сложно. Пятнашки мы уже знаем. О, кстати, гляньте, он вылезала. Корыто идеально чистая. Потому что пятнашки мы уже знаем, сколько мы и сыпем. А эти мы еще как бы не вычислили, сколько они съедают. И вот мы, поэтому я не переживаю, что там кто-то будет голодный. Потому что насыпается сверх ихних желудков. Так что такие дела. Все, друзья, я сейчас буду рыбу дочищу. Ну и, короче, сегодня поеду по кукурузу. Не знаю, может, в дальнейшем сниму видео. Ну, пока здесь попробую, что оно получится. Там еще косят. Ну, короче, кукурузу тоже начали косить полным ходом. Кстати, вот тут уже я смотрю, вот где был подсолнух, уже сеют. Ну, а зимую пшеницу, наверное, скорее всего, лечь. Ну, скорее всего, пшеница. Так что на следующий год тут будет пшеница. Зеленая вся будет. По идее, оно и в этом году должно быть. Ну, если будет дождь. Хотя вот, как раз посмотрим. Подсолнух вырос, один дождь только был. Посмотрим, ну, такой хороший. Посмотрим, как вырастет пшеница без дождей. Так что такие дела. Все, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока.